заехала в Ханой, Москва. Обалденно вкусный смузи манго, маракуйя. И очень вкусная лапша с креветками, просто пушка. Вот такой вот фудкорт. Здесь много-много-много-много-много всяких ресторанчиков. Они все вон там. Но мой любимый вот этот. Взяла еще попробовать острый соус. Вроде вкусненько. Но лапша просто. Такой эффект идея догоню. Лапша просто. Класс. Очень вкусно. Вкусно очень. Очисти на коробку, положи обратно мне. Класс. Как будто во Вьетнаме побывала, хотя там ни разу не была. Очень хочу поехать как-нибудь во Вьетнам. У меня аж подрастет, с ней будем путешествовать везде.